Здравствуйте. 8 августа, среда, день Меркурия. 27-й лунный день, с элементом вода. День благоприятный для людей, родившихся год. Мыши, коровы, дракона, собаки и свиньи. Хорошо в этот день совершать добрые дела, подношения национальным ламам, проводить обряды Голдудудуха, Далгабаха, Жабты, одевать новые украшения, изготовлять лекарственные составы, начинать лечение, обретать новых друзей, родниться, ставить закваску, торговать, проводить похороны и поминки, также для дел, направленных на распространение. День неблагоприятный для людей, родившихся в семье и лошади. Нежелательно устраиваться или помогать устроиться на работу, нанимать сиделку, работников, приводить невестку, а также отдавать невесты, отправляться дорогу к новым беспокойствам. Стрижка волос, к удаче, везению в делах. На Верхнеберутский Цокчин Дугане с 9 часов утра пройдет Хурал Цокчин. Дынхур Дугане Гамбоган Гарцахюсны. Дыважн Дугане Ачурване Сынды. Делайте добро.